Дельфины подходят к берегам курортного. И мы попробуем их увидеть. Ежик? И вот кто сейчас на прогулку морскую. Крупно повезло с дельфинами покувыркаться. Сейчас поедем все. Так, пока не вижу. Прикиньте, сейчас на мотоцикле, на баночке с дельфинчиками вместе. Пока не могу заметить. Есть? Раз мы приблизим это событие в курортном. Третий раз так, на мой счет. 17 июля были первый раз дельфины, потом через 4 дня, и сейчас 30 июля. Видно где-то? Видишь? Нет зрения еще. Не видно? Орешек без очков, солнечные очки. Пока солнечные. Да. Да, тут прекрасная дама. Но я думаю, мы его увидим. Я как раз тут тенистое место занял. Чуть-чуть можно, девочки? Ну, я не заметил дельфинов, возможно, вы раньше меня их увидите на видео. Такое также бывает, я больше на картинке тут занимаюсь, рамочкой, картинкой. Сейчас будем искать, посмотрим. Я думаю, что может найдем. Ну, не забывайте подписываться, я об этом Тане говорю. Подписчики также нужны для продвижения видеоканала, так что тут дело чести подписаться на YouTube Андрея Ореша канал и Facebook Андрея Ореша. Посмотрим за бананчиком, как он прокатится. Сейчас ветерок есть. Есть вот такие дельфинчики. Полеты Бэтмена. Где-то влево пошли к дикому пляжу. Косе. Ну, видите, люди видят. Орешек пролетает. Курортно. Так, ну и Бэтмен возвращается. Возвращение Бэтмена. Гидроцикл впереди. Красочная, конечно, яркая, только бассейн. Приятно глазам. Ага. Полчаса на банане можно устать кататься.
квадроцикл набирает скорость. Дельфин. Дельфина на встречу. А дельфинам нравится, кстати, когда мотоцикл водяного, водного догоняют, перегоняют и гоняются с квадроцикла. Ты тут на целое лето, да, Женька? Почти. Ну хорошо, не тяжело тебе на пляже весь день? Нет. Классно, правда? А когда в школу? 1 сентября. Ага. Пока ты дал 24 человека, то нет. Вроде же нет, а что ты пострелы, там же будет пан. Алло, подпеть. Такой получился сюжет. Сюжет дельфины. Да, сегодня просто взрыв будет бомба. Да, интересное видео, морские игрушки на пляже центрального курорта. До побачення.